Чудовище. Мне надо идти. Что? Я должен идти. Стефан! Боже мой! Джесси! Джесси, выпей! Ты поправишься. Прости меня. Прости, что втянула тебя в... Напоминание. Встреча с учителем Джер в 12. Доброе утро, солнышко. Я тебя разбудила? Нет, я уже 3 часа не сплю. Да? Но ты ничего не сказал? Как и ты. Это потому, что я не знаю, что сказать. Прошлая ночь была ошибкой. Может, будем и дальше совершать ошибки? Большие. Ты все сводишь к нам. Потому что ты пытаешься сменить тему. Знаешь что? Ладно, только не притворяйся, что пришел из-за Джереми. Хочешь поговорить о прошлой ночи? Говори. В этом-то и дело, Елена. Я не знаю, что сказать или сделать, или подумать. Я лишь знаю, что прямо сейчас хочу сорвать с тебя одежду посреди этого коридора. Затащить в кабинет и расцеловать каждый сантиметр твоего тела, пока те, кто водит минивены, будут слушать и мечтать оказаться на нашем месте. Это, наверное, плохая идея. Точно. Точно.